Кассовые центры открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи. При печати билета гости Гран-при узнают свой сектор, ряд и место на трибуне. Для получения билетов в кассах зрителям необходимо предоставить подтверждение бронирования и один из документов, удостоверяющих личность – водительские права или паспорт. Время работы с 10 утра до 10 вечера без выходных. Рекомендуется забирать свои билеты заранее, чтобы избежать возможных очередей. Билеты в ложе Сочи-автодрома можно будет забрать с 1 октября в главном билетном центре в Сочи. Он откроется в здании автостанции «Запад».